Неделю назад в нашу телекомпанию междуреченцы прислали видео со снежными шапками, опасно нависшими над тротуарами. Почему сложилась такая ситуация, мы узнали в управляющей компании. Комсомола 63, 12 подъездов, и над каждым подъездом висят пласты двухметровые снега. Страшно выходить. Звоню в компанию мастерка. Говорят, на контроле. Льды и навесы убирались постоянно до этих морозов. На данном этапе на заносы не убираются только по той лишь причине, что все дворы заполнены автомобилями. При такой температуре механизаторов, механизмов нам не дадут никто для того, чтобы работать, так как гидравлика в машинах может пострадать. Да, снег неравномерно лежит. С одной стороны, мы сделали замеры, есть бывает даже 30 сантиметров, всего 40, а есть где сразу 65 и 130 с другой стороны. Но мы выправимся, мы выполним и будем надеяться, что у нас ни одна крыша не пострадает. Мы примем все меры. Управляющая компания свое слово сдержала, и как только позволила погода, снежные навесы убрали.